Ginzu GT8010 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на подобных аппаратах, есть несколько комбинаций. Это может быть плюсы питания, может быть минусы питания, а может быть плюс-минусы питания. Начнем с минус и питания. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание бросим, а минус продолжим держать. Не получится, попробуем то же самое с плюсом. Значит, минусы питания, но в определенной последовательности. Питание зажать на секунду-две, то есть дать толчок тем самым, и потом зажать минус. Итак, поехали. Питание, секунду-две и минус. С первого раза может не включиться, поэтому пробуем с плюсом питанием, пробуем с минусом питанием. Если не получается, то питание зажать на секунду-две там, и следом минус. Ну, вот у меня сработала вот такая последняя комбинация. Увидим зеленого робота, пробуем нажимать вверх. Вверх не сработает питание, питание не сработает. Такая комбинация: питание зажать, коротко нажать вверх. Нажали, попали в само рекавери. Здесь куча строчек. Сразу обращаем внимание, у нас Android 6.0. На Android 5.1 и выше перед любыми сбросами, перед любыми прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. В меню настройки аккаунта выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопку с тремя точками удалить аккаунт. Если этого не сделать, срабатывает ФРП блокировка Google, он начинает просить старую учетную запись и пароль к нее. На канале есть свой лист ФРП Google, возможно, там найдете для себя решение, но как бы лучше с этим не связываться. Так, опускаемся вниз до строчки Wipe Data Factory Reset, нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Попали в следующий пункт. Он спрашивает «Да», «Нет». Я выберу строчку «Нет», потому что нет необходимости его сбрасывать. Выбирает строчку «Yes». Здесь внизу побегут строчки. Последняя строчка будет «Data Wipe Complete». Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как он все доделал, он перекинет в предыдущее меню, с которого вы начали. В нем выбираете первую строчку «Reboot System Now», чтобы перезагрузить. «Power Off» – третья с конца, если хотите его выключить. В любом случае, после следующего включения или перезагрузки он дольше обычного будет включаться, 10-15 минут, включится чистый. Еще важный момент, что все данные после этого сброса удалятся. Выбираем ему «Reboot System Now», он пошел перезагружаться дольше обычного и включится чистый, как будто его только купили. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.